Инвалид первой группы по зрению. Я совершенно... Я 20 лет уже зрения не вижу. Я с ума схожу из-за этого зрения. Ветеранов надо вспоминать не только в праздники, убежден мэр Бельц Рената Усатый. К сожалению, с каждым годом все меньше тех, кто прошел через тяготы войны. В муниципе их осталось всего 38 человек. В субботу, 14 октября, волонтеры благотворительного фонда навестили проживающих в муниципе ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы выразить безграничную благодарность за их подвиг и за то, что они еще с нами. Многие из них уже совсем слабы, кто-то почти всегда лежит, и им очень тяжело встречать гостей. Каждому из них вручили по 4000 леев. Из фонда Рената Усатого. Ренат Усатый выделил вам помощь как ветерана Великой Отечественной войны. 4000 лей. Ветеранам помощь, пожалуйста, возьмите. Огромное спасибо. Спасибо нашему Ренату Усатому. Ренату Усатому огромное здоровье, много лет жизни. Да, чтобы он избавился от всего, что это плохое его окружает. Счастья ему. Ренат Усатый a avut mereu o atitudine frumoasă față de veteranii noștri, a cei cărora le suntem mulțumiți pentru cerul senin deasupra capului, a celor cărora ne închinăm până la pământ pentru tot ce au făcut pentru țara noastră. Я ему желаю здоровья. Он, на мой взгляд, такие старого режима, что он действительно за рабочий класс и крестьянство. Материальную помощь ветеранам развозили по домам, вручая ее, желали здоровья, которого им всем сейчас так не хватает. Растроганные ветераны благодарили за то, что их не забывают, помнят и ценят подвиги, которые они совершали на полях сражений. Одни говорили, что собираются потратить подаренные деньги на лечение, другие на еду и оплату коммунальных услуг. Стоит подчеркнуть, что материальная помощь ветеранам государством оказывается крайне редкой и является очень незначительной.